Всем салютики, друзья, с вами Руди. Почему бы нам с вами не украсить наш инвентарь новыми красивыми бесплатными вещами? Кстати, некоторые из них получать просто, некоторые чуть сложнее. Ну, в общем, сейчас все расскажу. Ставь лайкосик, погнали. 145 робоксов за 100 рублей. Да, именно такая цена прямо сейчас на robuxpeer.io. И она самая выгодная среди всех сайтов. Но чтобы получить такую цену, вам нужно активировать промокод BACK, который работает при каждой вашей покупке. Переходите на сайт Пристани Робоксов по моей ссылке, закрепленной в комментарии и в описании под видео. Используйте промокод BACK и покупай робоксы по самой низкой цене. Что ж, друзья, у нас скоро будет доступен вот такой шлем водителя NASCAR Tycoon. У нас обещают 4000 копий. Посмотрите, какой красивый золотой шлем. И чтобы его получить, мы должны заходить в этот плейс каждый день в течение 7 дней. Кстати, в своем телеграм-канале я уже выложила эту новость утром, а ты все пропустил. Поэтому давай уже скорее заходи в мой телеграм-канал. Итак, друзья, как только мы заходим в эту карту, мы сразу нажимаем вот эту кнопочку зеленую claim. Здесь стоит галочка первый день и дальше появляется таймер, когда мне нужно снова зайти, чтобы появилась зеленая кнопка claim, и мы нажали второй день. Итак, каждый день заходите, и на седьмой день мы забираем вот этот шлем. Так что, друзья, не забывайте заходить каждый день, потому что копий всего 4000, но я думаю, что многие будут забывать и не заходить, и поэтому есть реальный шанс получить эту вещь. Итак, друзья, у нас есть отличный шанс получить вот эту бесплатную голову единорога. Посмотрите, какая она милашка. Всего, конечно, выпущено 1400 штук, но на самом деле шансы получить есть у многих. Во-первых, потому что будем получать в этом плейсе, а здесь очень маленький актив, смотрите, тут всего лишь 27, это очень мало. А во-вторых, давайте сейчас расскажу. Итак, давайте откроем этот значок карты наверху и перенесемся в фестиваль парк. Может, мы уже перенесемся? Можно, конечно, подождать, а можно бежать прямо вон туда, где написано Magic Forest, супер хэппи. Бежим сюда, и, возможно, вас перенесет, а, возможно, нифига не перенесет. Офигенная баганая игра. В общем, друзья, я зашла на сервер, где много игроков, и здесь меня сразу переместила в этот лес несчастный. Давайте сюда подойдем, и здесь у нас есть бесплатный UGC, этот единорожка. Давайте нажмем и посмотрим, друзья. Ну, начнем с того, друзья, что эту лимитку будут выдавать по 200 штук по истечению определенного времени, да? Вот тут у нас идет таймер, смотрите, и когда он закончится, будет доступно 200 штук этих голов. Потом снова будет таймер, и снова будет выдаваться по 200 штук. Но мы не просто будем забирать эти головы, нет, мы будем набирать очки. То есть, смотрите, мы будем сейчас участвовать в мини-игре и зарабатывать там очки. Те 200 человек, которые окажутся в топе, получат эту голову единорога. Вот у нас тут уже есть списочек, смотрите. Мне написано, что сколько я должна набрать очков, 790, чтобы оказаться в этом топе 200. Но, конечно, лучше набрать еще больше, на всякий случай. Короче, что мы делаем, друзья? Идем вот сюда, вот от этой единорожки, у нас тут написано Play Game. Мы сюда заходим, нажимаем кнопочку Играть, и здесь мы можем выбрать любого персонажа. Посмотрите, какого вы хотите, можете всех попробовать. У каждого персонажа есть свои какие-то способности, особенности, допустим, у грибочка прыжок, ну и у каждого тут читаете, что у него есть. Я хочу вот эту милую единорожку, нажимаем Играть после того, как выбрали персонажа. И все, друзья, тут начинается у меня время, и я должна бегать, проходить вот такой паркурчик и собирать вот эти всякие штучки, продукты, баночки, не знаю, что это такое. Все это собираете, и за это нам будут давать очки. Поэтому нам нужно собрать как можно больше этих штучек, управиться желательно за более короткое время и найти выход из этого паркура. И смотрите, друзья, я прошла несколько раз эту игру, ну буквально там 4 раза или 3, и мне уже написано, что я в топ-200. Представляете, уже галочку поставили. Хотя набрала всего лишь 1000 очков. Поэтому так можно поиграть, набрать несколько тысяч очков, и вы точно будете в топ-200 и получите эту голову, когда закончится таймер. Но нужно, конечно, следить за этим, потому что другие тоже придут и будут играть. И когда вы будете в топ-200 и таймер будет заканчиваться, нужно зайти в игру, и тогда вы заберете эту лимитку. Так что, друзья, если получите, обязательно пишите в комментах, я прочитаю. Итак, друзья, у нас скоро будет доступна вот такая красивая кофта, толстовка с плечами. Обещают выпустить 500 штук. Также вот такой комбинезон джинсовый, очень тоже красивый. 500 штук обещают. И вот это вот лицо, маска для лица, обещают 200 штук. И, конечно же, друзья, это будет в этом плейсе, про который я давно уже не снимала. Танец для UGC. Выйдут эти лимитки, скорее всего, в субботу на этой неделе. Но, друзья, я решила все-таки к нему вернуться и, наверное, буду давать коды на этот плейс. Все потому, что здесь постоянно выпускают реально качественные, красивые лимитки. Хоть их мало, но заработать хотя бы парочку, это вполне реально. И еще в этом плейсе, смотрите, уже потихонечку готовится к Рождеству, к Новому году. И уже загрузили вот такие две прически. Вот такую прическу для девочек 500 штук будет. И вот такую прическу для мальчиков будет тоже 500 штук. Я надеюсь, что это будет не для VIP, а для обычных людей. Ну и давайте напомню, что здесь делать. Это у нас игра АФК. Мы здесь нажимаем на кнопочку Dance, начинаем танцевать. И когда мы начинаем танцевать, у нас запускается таймер.
таймер. Если мы остановимся, у нас таймер собьется. А если мы не будем останавливаться и танцевать, таймер пройдет, и нам дадут за это 5000 кубков. А теперь давайте откроем UGC Store внизу. И вот здесь все эти лимиточки, которые можно было получить. Сейчас написано, что они проданы. Есть, которые видите за VIP. Если у вас есть VIP-ка, то можно приобрести. Ну, а есть обычные. И вот здесь появятся эти вещи, про которые я сейчас рассказала. Нажмете, и в каждой вещи будет указана ее цена. Например, эти волосы стоят 1000000. Так что нужно будет дождаться выхода этих лимиток и узнать, сколько они будут стоить кубков. Также у нас есть спин, смотрите. Нам каждые несколько минут его дают. И тоже здесь можно выиграть либо какую-нибудь лимиточку, либо какое-то количество кубков. Это тоже полезная штука. Также у нас есть пэты. Мы их экипируем. Либо яички, из которых мы вылупляем эти сами пэты. Но с ними мы быстрее прокачиваемся. Ну и на экранчике у нас возникают такие циферки, числа точнее. И мы их нажимаем, и тоже дают очки. Ну а также, конечно же, есть ежедневная награда. Да, не забывайте нажимать. Тоже за это получать вот эти вот бонусы, кубки и пэты. Ну еще у нас есть вот такие задания всякие. Да, вот здесь. Допустим, здесь поиграете 30 минут, и вам дают вот такой приз. Сейчас поиграете, дадут 3 спина дополнительных. Так что здесь много можно найти этих бонусов. Ну а также, конечно же, код, друзья. Давайте буду в ТГ, в Телеграме постоянно выставлять эти коды, каждый день их дают. Например, сегодняшний код вот этот, он мне дал 15000 кубков. То есть можно даже приходить каждый день, стоять по часику, зарабатывать очки и каждый день вбивать коды. Потому что, друзья, я еще раз повторюсь, здесь очень красивые вещи выходят и очень качественные лимитки. Поэтому парочку было бы очень прикольно получить именно здесь. Ну а с вами была Руди, друзья, канал Кексович. Всем удачки, всем пока-пока.